Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу Advertor, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре серфинга просматривать рекламку, зарабатывать денежку. Пользователей здесь уже почти 17 тысяч. Ну, здесь статистика, но за 24 часа. Работает 21 день. Такая сумма уже выплачена. Ну, здесь, кто не знает, может просмотреть. В этом же видео я хочу показать, как рекламить свои проекты. Ну, и денежку заодно я выведу. Значит, вот здесь серфинг. Значит, здесь серфинг у меня, я дорогую рекламу просмотрела. Сначала дорогую просмотрела, потом вот эту дешевую, значит. Дорогая реклама по 60 секунд, по 40 секунд. И она здесь написана в активном окне. Значит, я просматривала, думаю, в чем разница. Значит, что в активном окне, что такая рекламка обычно по 30 секунд, по 20 секунд, я разницы не увидела. Одинаковый переход после просмотра вот рекламки. Давайте же теперь перейдем как бы к рекламе своих проектов. Ребятки, прежде чем рекламить свои проекты, нужно пополнить баланс. Можно пополнить напрямую с кошелька, а можно пополнить с баланса для вывода, перевести на баланс покупок. Значит, вот здесь выбираем добавить рекламку. Есть тариф эконом, 1000 просмотров 50 рублей. Значит, тариф обычный, 1000 просмотров 60 рублей. Вот этот обычный я и возьму. Значит, пополнить баланс. И здесь у нас есть Pair, криптовалюты, Perfect, Kiwi, Visa. Вот можно, да, пополнять любых платежных систем. А это обменник, ребятки. Кликаю выбрать. Обменник позволяет перемещать денежные средства с баланса для выплат на баланс для покупок. И как тут уже стоит рубль, да, минимальное пополнение выходит от 1 рубля. Мне же нужно 60 рублей. Ставлю 60. Отдаю 60. Получаю 60. Кликаю обменять. Обмен произведен. И как видим, баланс для покупок у меня 60 рублей. Теперь давайте разместим рекламку. Кликаю «Мои ссылки». Можно с серфинга, как я показывала, а можно здесь. У меня еще нет рекламы. Кликаю «Добавить». Опускаемся ниже. И здесь выбираю обычный, так как у меня 60 рублей на балансе. Сюда. Заголовок рекламного блока. Копирую. Вставляю. Сюда реферальную ссылочку вставить. Все. Кликаю далее. Цена за 1000 просмотров 60 рублей. Кликаю добавить сайт. Так, ниже представлены все ваши рекламные кампании, их статус, количество просмотров, остаток средств по каждой из них. Вы можете отредактировать либо удалить любую рекламную кампанию. При удалении остаток средств вернется на ваш баланс для покупок. Очень даже хорошо. Значит, что у меня здесь? Просмотры на 0, тариф обычный. Осталось 0 просмотров.
Здесь возобновить показ, редактировать, удалить и пополнить баланс. Укажите сумму, которую вы хотите внести в бюджет рекламной площадки. Минимум 12 рублей. У меня стоит 60 рублей по умолчанию, сразу отображается. Кликаю «Оплатить». Баланс. Так, 60 рублей. Статус показывается. Кликаю «Серфинг». И вот моя реклама. Ребятки, вот она. Но я уже не буду. Сейчас она... Ну, давайте посмотрим, как оно отобразится после окончания таймера. Тут осталось немножечко. И вот таймер окончен. Здесь очень легкая капча. 8 минус 1 у нас 7. И страничка перезагружается. И моя рекламка. Как бы все в активном окне. Все замечательно. Таким вот образом как бы отображается наша рекламка. Все, пусть она просматривается. Ну, я один просмотр сделала. Уже 999. Далее. У меня 191 рубль. Заказать выплату. Сразу я сделаю выплату. Так, 192.37. Здесь 192.36. Замечательно. Кликаю мой кошелек. Я указывала при регистрации. Мы указываем Payeer. Кликаю «Вывести». Выплата произведена успешно. Вот не знаю, оповещение. Сейчас я даже, знаете что? Надо... Ага, вот. Пришли денежки, ребятки. Думала, мимо почты пройдет. Плюс 190 рублей 54 копейки. 3.02.22 год. Адвертор. И юзер, как бы участник, мой логин. Елена. Все замечательно. Платит инстантом. Вот теперь я уже буду по новой зарабатывать. Здесь у меня статус PRO стоит. И можно... Как я сказала, абсолютно без вложений базик нам дается при регистрации. Абсолютно не вкладывая свои денежные средства, можно зарабатывать на просмотре серфинга. Я же обновила за 190, и я получаю от 40 копеек до 80 копеек. Вот, ну и далее там идет по нарастающей, ребятки. И смотрите, кстати, вот этот VIP за 2800 недоступно. Не всегда бывает. Нет. Значит, люди работают, люди покупают, что ли. Что так это? Потом мне вот этот был недоступен за 950. Вот, ну вот как-то так, то бывает, то не бывает. Ну, я вот здесь... Статус PRO у меня. Значит, смотрите, аккаунты не имеют сроков годности. Оплатив какой-либо тип аккаунта, вы получаете его в бессрочное пользование навсегда. Это, конечно, супер. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Ну, неинтересно, друзья, пройдите мимо. Я показала, как давать свою рекламку. Можно... заработать даже вот 50 рублей, перевести на баланс для покупок и давать свою рекламку. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!